Bizim jigitler, jigitler, jigitler. Mene jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. Arlanday, tarlanday bizim jigitler. Mene, 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 mene. Bizim jigitler, jigitler, jigitler. Mene jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. Сырлы бір, сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мана біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені бүкін кіші алшақын туыс бауыр ағайын шын көңілімен мен. Ну что ж, доброе утро, дамы и господа, добрый день. Топ Алиц Продакшн Рендер Куб присутствует, написано почему-то, ну да ладно. Будешь играть в ЦК-3 Инцест Династию. Пока что... Инцест Династию, что? А, типа, кровосмещ... Как оно вообще работает? Его попал в засад... Слышишь, 50% настоящего перевода? Мне кажется, что здесь 100% машинного перевода. Не продаю, предоставляю тебе на всю жизнь. Ебать. Вот бы, бля, в реальной жизни так. Пришел в деревню, тебе говорит староста, типа, дарю тебе всю землю в деревне, бро. Бесплатно, на всю жизнь. Тебе и твоим потомкам, как бы, можешь не переживать по этому поводу. Да, у тебя будет своя деревня, будешь платить налоги, мой мальчик. Ебать, ясно, Гравит. Бля, даже Гравит, он так же сам говорит, мой мальчик, постоянно. Мне в личной беседе, скажем так. Так, у меня есть для тебя кое-что особенное. Это молоток, которым дядя построил твой дом. В кармане его держал все это время. Привет, меня зовут Расимир. Привет, я Алан. Я не узнаю тебя, ты здесь новенький. Я приехал сюда с юга, ищу себе место, чтобы почилить. Ну, удачи. Спасибо. А потом, когда мы все автоматизируем, будет очень вкусно. Максимально смачно, я бы сказал, как бы. А, кстати, вот эти вот ебаные пеньки, я слышал, их можно убирать, если кулаками по ним попиздить. Видимо, это фейк. А, их теперь лопаты надо вскапывать. А, я понял, видимо меня наебали. Мне просто в Дискорде написал чувак, что по пенькам можно кулаками поебашить, и они пропадут, а я, бля, повелся, как обычно. Пожалуйста. О, криль. Но криль — это же не дикое животное, да, это обычное. Блин, помню старый видос, когда еще, бля, не знаю, лет 8 назад, или 100 лет назад, там был видос, где в Доте, короче, даже в первой, по-моему, комментатор орал, там, Вилат, ебать, там, типа, ПГГ, артстайл, кабан! Я не знаю, хоть один человек в мире помнит это видео или нет. Оно довольно смешно. В свое время оно мне казалось очень смешным. Блин, я вчера заплатил 1250 гривен за починку стиралки. И в конце мне чувак, который чинил у меня стиралку, он спросил, есть ли у меня монеты. Я подумал, что им нужно заплатить 1250 гривен монетами. Я охуел. Но потом оказалось, что он просто собирает монеты. То есть он нумизмат, типа, и спросил, есть ли у меня какие-то монеты. Я сижу, думаю, бля, говорю, а можно на карту скинуть? Он такой, типа, да. Ой, забавно было. Прикинь, как бы он охуел, если бы ты кинул в него мешок монет. Кинул, блядь. Я в него ничего не кинул. О, криль! В итоге трусы постирал. Да, ребят, все, стиралка работает. Трусы покупал, чтобы дожить. Да, да. Да, я купил себе 3 пары трусов, ребята, потому что все мои были грязные уже. Я их руками постирал, но это не помогло почему-то. Ну, то есть они... Я их постирал руками, вроде хорошо постирал, но они все еще остались как будто грязными. То есть, ну, вроде они чистые, но я чувствую, что в них, блядь, осталось вот это вот... Вот это вот, как это словами-то передать? Вот это вот неадекватность. То есть эти трусы, я на них смотрю, и они такие небрежные. Вот как будто, блядь, их не стирали. Хотя я сам их стирал руками. Вот, я решил, что я не буду их надевать, то есть я подожду все-таки, когда они, ну, нормальными станут. Ты чувствуешь, когда ищешь дикое животное, но единственное животное в этой игре — это ты. Ну да. Неадекватные трусы, ну да, вот есть у них что-то такое, ну вот да, да. Ты на них смотришь, они вроде чистые, но ты в глубине души понимаешь, что в них что-то есть, вот как бы неправильное такое. Там черкаши, нет, там нет никаких черкашов, я всегда максимально тщательно... провожу процедуры, как бы, то есть я могу там реально пол рулона уебать, пока не будет просто блеск, то у меня не бывает. Просто, ну, просто ты смотришь и чувствуешь какой-то, ну, негатив. Я не могу это объяснить. Бумага, хуйня, нужна влажная уборка. Обычно бумаги хватает. Вот прикольно было в Турции, когда я отдыхал, там в отеле был, это биде, сидишься, направляешь, там как бы нормально.
Я еще однажды там переборщил с мощностью, включил максимальную, оно очень сильным потоком мне обдало. Я прям закричал, так «А-а-а!» И понял, что я нахожусь в отеле, где куча людей. И буквально пол отеля слышал, как я орал. Подумали, пиздец, какой-то долбоеб. Кричит от беды, блядь. Ты же не в коридор орал. Ну нет, там было слышно, потому что я после того, как, ну вот этот был клининг, когда зашла эта женщина, она посмотрела на меня с такой болью. Хотя она вообще не понимает по-русски. Она посмотрела на меня и такая, типа... Так и даже с небольшой презрительностью. Как будто... Вот я почувствовал какой-то... Ну, такая, чел, бля. Сколько оптимально мощность ставить на биде? Ну, нужно такое, чтобы оно, ну, очищало тебя, и при этом не было больно. Ну, неприятно, как минимум. Но у меня нет биде, я не знаю. Хотел бы я биде? Наверное, да. Наверное, да. Это прикольно, мне кажется. Подвиньте, пожалуйста. Не подвигается, бля. Школьник просто, ему похуй. Игра есть чем заняться? Меня напрягает вес этой игрули. Сколько там контента на 10 гигов? Меня вот только свой вес напрягает. А вот вес игрули нет абсолютно. Ты когда-нибудь гонял лысого на трапа? Надо подумать. Ну, вроде нет. Вроде нет. Так трапов же невозможно отличить как-то. Ну, типа, сейчас в 2020 году, мне кажется, есть очень реалистик трапы. То есть, типа, в принципе, возможно, ты тоже гонял лысого на трапов, но даже не знал об этом. А так, именно сознательно, то есть, ну, чтобы я, типа, писал там где-нибудь трапы жестко, там, смотреть онлайн, такого не было. Какой шрифт кошмарный. А мне понравился, кстати. Из тех, которые там были предложены, мне показался этот нормальным. Просто мне нравится, что он не вылазит за рамки дозволенного. Ну, имеется в виду, что в других шрифтах там кнопки, они вылазили. Сука! Кнопка, видишь, кнопка? Шрифт из нее вылазит. Бля, почему я разозлился, я не знаю, чел. Но не, это не на тебя, да, если что, не обижайся ни в коем случае, пожалуйста. Сменил пол на ламинат. Нихуя, это забавный каламбур. Как вы пупок нюхаете. Можно засунуть палец в пупок и понюхать палец, братан. Не обязательно нюхать сам пупок. Да и вообще, при желании можно пупок понюхать. Ты что, не сможешь дотянуться до своего пуза? Или можно, например, лечь и ноги закинуть за себя... И по факту твое пузо будет упираться тебе прям в нос, блядь. И ты сможешь жестко понюхать пупок так сильно. Ты прям охуеешь, я думаю, от запаха пупка. Все, отписка. Бля, ладно, все, я понял, ребят, я понял. Отписка, это ужасно, так что перестану. Привет, Джинс, поздравляю, только что собрал новый комп, теперь хоть варбанд потянет. Поздравляю. В этой игре можно срать или ссать? Думаю, нет, нельзя. Но было бы удобно очень, потому что здесь в этой игре есть навоз, и он, по-моему, очень дорого стоит. О! Фух, все нормально. Мне 23 года, я попытался понюхать пупок. Вау. Никто не говорил, что жизнь проста. И квест по добыче 40 бревен. Это просто пиздец, я как будто в ММО какой-то играю. Так, ей 30 лет. Здравствуйте, Блюс. Извини, но ты для меня маловат. Пиздец, прикиньте, маловат я для нее, ебануться просто. Фух. Чё, блядь? Охуенно. Просто ультра пиздата, блядь. О! Блять, за школьник двери зажал там, блять, не дает мне пройти. Шкила, сука, Олег, отойди, заебал. Туёбок, блять. А, блять, ребята, а, я застрял. Черт, как мне выбраться? Блин, нажимаю кнопки, не могу двигаться. Фак, придется использовать вот эту штуку. Блин, ну ничего. Раздобыть для Алвина одну ветку, блядь. Да еблан, пойди сорви ветку, сука, еба... чел. Просто, блядь, собери для Алвина одну ветку. На, нахуй, ветку, держи. Сколько булгарь тебе заплатил за пиар? Очень много, ребята, эти цифры, они исчисляются большим количеством нулей. Бандитов добавили или как? Бандиты вообще
по-моему, планируют в 2021 добавить. То есть там до бандитов еще далеко довольно-таки. Бандитов планируют добавить тогда, когда Толя согласится их озвучить. Натуре. Я так в детстве зарабатывал, выкаткая тема была. Блин, я помню, я вот зарабатывал так деньги, и потом в тюрягу донатил. Я да вообще пиздюком был. Не помню, сколько мне было лет. Я помню, был такой чувак, я даже сейчас помню, его звали Максим. По-моему, Максим Генералов или что-то такое. И вот я заплатил 5 голосов ВКонтакте, чтобы он меня в друзья добавил и помог мне сражаться с боссом, короче. Охуеть. Но я тогда вообще был супер пиздюком, я вообще не понимал, что происходит. Вот вы смеетесь, а это был хайп. Все играли в тюрягу, у меня вся школа играла в эту игру. Вот, но потом появился аналог, там, «Братство и кольцо», по-моему, он назывался. Вот он попизже уже был, и я вот в него играл. Если ты в школе выделяешься как-то, блядь, от других, ну, тебя просто пиздят. К сожалению, это факт, как бы, ну. Ну, или, по крайней мере, к тебе относятся хуёво. Ну, вот так было, когда я учился в школе. Возможно, сейчас, конечно, общество стало более прогрессивное, и дети начали уважать, там, мнение людей, но я очень сильно в этом сомневаюсь. Но когда ты это написал, я почему-то вспомнил, как у нас в школе все очень сильно смеялись. Потому что на уроке английского мы изучили слово «пицца». Ну как изучили? Там «пицца» — это так и будет «пицца». И какой-то чел сказал, типа, как будет две пиццы на английском? И кто-то ему ответил, типа, «two pizza». И это было так смешно. Я помню, мы просто усыкались. Это был настолько сильный юмор. Это просто пиздец. Нас разорвало нахуй. О нет! О нет! О нет! Фух. Шутка. Так. Сережа сказали, что фистинка это не больно. Обманули дурака на 4 кулака. Я лучше знаю, слушай. Пупа и Лупа пошли получать зарплату. Но! В декларации все напутали. И Пупа получил зарплату за Лупу. Да ну как? Да бля, что так сложно-то охотиться? Короче, нужно... Почему оно не стреляет в цель, блядь? Лиса. Блядь. Оу, фак, у меня брёвна закончились. О, нет. Лиса меня сейчас разъебёт, ребята. Все. Все, она бежит. Она бежит. Так, нужно быстро срубить себе... Нет, все, надо дальнее дерево. Блядь, она рядом. Она рядом, блядь. Энергии не хватает. Так, так, спокойно. Бля, она очень опасна, друзья. Копье! Лиса. Как говорится, на улице rain, на душе pain. Привет, Джин. Смотрю, у тебя с фарбанда, но это не так важно. У меня есть друг, он стал геем, его зовут Андреев Ян. Он с города Александрия, Кировоградской области. Он также смотрит твои стримы. Как ему помочь? В смысле помочь? Ян, кайфуй, бро. Просто кайфуй. Не слушай никого. В смысле стал. Все под контролем, бля. Поддержи лучше своего друга, если он действительно твой друг. Блять. В смысле того, что я Андреев в чат написал? В смысле? Ян, все нормально, брат. Все нормально. Не слушай его, он мне задолжал и не вернул. Теперь с него полагается минет. Спасибо за донат. Все, давайте. Счастливенько. Духи с тобою связаться хотят! Менее таков, как им кажется он! Чудесами каждый окружен! Сделать свой